дамы и господа, уважаемые люди волейбола. Приветствую вас на матче чемпионата России по волейболу среди мужчин команд Суперлига. Матч между командами Динамо, Ленинградская область, Югра-Саратов, город Нижний Вартовск. Прошу меня представить наших команд. Первый номер матча Курса Владимир Кичин. Третий номер Кичин Кисевич. Седьмой номер Александр Ковалев. Восьмой номер Александр Петров. Девятый номер Кирилл Кюрин. Десятый номер Александр Качев. Одиннадцатый номер мастер спорта Денис Петров. Тринадцатый номер Максим Кулин. Капитан команды Сибирский номер Антон Козырев. Пятнадцатый номер мастер спорта международного класса Алексей Кузьмин. Двадцатый номер мастер спорта Максим Морозов. Лидер второй номер мастер спорта Артем Зеленков. Лидер четвертый номер Семен Кривиченко. Главный тренер команды мастер спорта Олег Шоклин. Старший тренер команды заслуженный мастер спорта Олег Шатуров. Игроки команды Николай Парантов. Третий номер капитан команды мастер спорта Андрей Пичич. Четвертый номер Олег Кривюк. Пятый номер Сергей Горкин. Шестой номер Иван Крумин. Седьмой номер Юрий Сичин. Девятый номер мастер спорта Вячеслав Плохов. Десятый номер Павел Захаров. Одиннадцатый номер Дмитрий Плохов. Двенадцатый номер Дмитрий Козлов. Четырнадцатый номер Владимир Чилин. Семнадцатый номер мастер спорта Максим Новгородов. Семнадцатый номер Николай Никитилов. Лидер первый номер мастер спорта Александр Платон. Лидер второй номер Дмитрий Березин. Главный тренер команды мастер спорта Еще раз сильный больше, ну что вы сразу, да, по приезжему коллективу, который сейчас разминается у нас в Башкарте. Гости, да, по приезжему Динамо Ленинградской области, ваши аплодисменты. Очень сегодня вяло, наверное, что Динамо аплодирует, да? Ну давайте не аплодировать, уже просыпаться, город Мишенко! По приезжему все, как взять площадки Юра Самоплова.
Госпитальный для вас такая информация, что на матче 2016 года пройдет 25 декабря команда Нова. Мы, значит, решили организовать теперь подводный конкурс на образ самого яркого и активного болельщика. Как всегда, если готовимся на 25 декабря, что-то своими костюмами, возможно, кричалочками продумываем. И впереди будут, ну, как всегда, по традиции у нас замечательно. Поэтому, давайте соберемся 25 декабря, последний тур 2016 года и ударим аккуратно и поболеем за великую команду. Добрый вечер, уважаемые поклонники волейбола. И снова большая игра в Нижневартовске. Совсем небольшой перерыв у нас на этот раз между матчами. Буквально в среду мы смотрели, как Югра Самотлор в сложнейшем поединке уступила Кемеровскому Кузбассу, который, кстати, сейчас, обращу ваше внимание, в эти минуты громит в Сургуте Газпром Югру 2-0, там уже по партиям. И вот уже сегодня в рамках 12-го тура Суперлиги мы принимаем у себя дома «Динамо» из Ленинградской области. Совсем немного осталось у нас до финиша первого круга. Собственно, кроме этого тура еще один. И этот матч... Да, сейчас обратите внимание, судьи матча представляют. А нас сегодня судит ни много ни мало Андрей Зинович, самый титулованный российский арбитр, который судил олимпийские финалы двух последних игр в 2010 году женский, в 2014 мужской. Так вот, да, в заключительном туре мы будем принимать на своей площадке Новокуйбышевскую Нову, еще одного нашего прямого и принципиального соперника. Но до этой игры еще долго, она состоится только 25 декабря. Поэтому давайте обратим все наши взоры на встречу, которая будет проходить сегодня. Итак, судьи нам представили. Вот Андрей Зинович поднимается на свою позицию. И вот сейчас представляют нам играющие команды. Итак, у Ленобласти на площадке Хильченко, Тюрин, Петров, Петровс, Ботин и 20-й номер, это Максим Морозов.
тренер команды Олег Согрин. Сейчас посмотрим, кто играет у Самотвора. Андрей Титич, Олег Рекун в диагонали, Вячеслав Махортов, Павел Захаров, Дмитрий Козлов, связка. И Владимир Чивель начнет этот матч. Есть в заявке Сергей Рохин, но получил он травму в предыдущей игре. И пока на скамейке запасных побудет. Так, готовы начать команды матч. Кому предоставят право первой подачи. Похоже, так, нет, не могу понять пока что. Да, наши гости начнут подавать. И на подаче 11 номер Денис Петровс, игрок сборной Латвии, связующий. Ну что ж, поехали. Так, Захаров принял. И атака высокая Чивеля. Ну что ж, Владимир Чивель, молодой игрок, талантливый, подающий надежды. Насчитывает Юрий Владимирович Мельничук, что еще через два сезона это будет очень перспективный игрок. Вот он первое очко приносит. И сам же Володя на подаче. Ну что ж, удачи. Так, Ботин. И Петров будет атаковать. Тройной блок и мяч в аут. 1-1. Ну что ж, обменялись в начале партии очками соперники. Так, у игры Самотвора сейчас Александр Платонов, либеро на площадке. А так, Петров подает и в сетку. 2-1. Так, да, в Вартовчане тоже играют два либера. Сейчас Дмитрий Березин вышел. И чередует либера команды из Ленинградской области. Зеленков и Кривиченко по очереди играют. Подача Олега Крикуна. Зеленков с ней справляется. Ботин сейчас будет атаковать выше блока и в площадку. 2-2. Ну что ж, очень такая хорошая, позитивная атака получилась сейчас у наших соперников. 20-й номер Максим Морозов, центральный блокирующий игрок сборной Белоруссии, будет подавать. Так, принял Захаров. Крикун. И третий очко на счету игры Самотвора. Не так много болельщиков сегодня на трибунах, но очень шумно в начале игры. Павел Захаров, Ботин справляется, но прием выбит. И будет доигровочка. Крикон, еще одно очко. 4-2, здорово. Вот сейчас очень важно эту уверенность почувствовать нижневартовцам, потому что неимоверно тяжелый матч был в среду. И так много надежд он сулил. И, в общем, не удалось, к сожалению, нашим ребятам набрать очко. Очков в этом матче. Павел Захаров вау, к сожалению, подает. Игорь Тюрин, диагональный, команды из Ленинградской области на подаче. Вот сейчас Крикун, 5-3. Давайте сейчас вот склонит вот это стартовое такое волнение, которое и предшествовало матчу, и матч такой прямым соперником непростой. И мы поближе познакомимся с некоторыми игроками Динамо. Сейчас Тюрин атаковал. Не успели ему поставить блок. Мощная атака. Защита не справляется. Мяч на трибунах. 5-4. И Антон Ботин, капитан Динамо, подает.
кто будет. Такая Титич. Смягчают, но... Ах, молодец, кто там, Кривиченко достал мяч. И не менее здорово сыграли в защите сейчас вартовчане. Павел Захаров. Какая игра в защите потрясающая, а? Кому достанется этот мяч? Догировку Самотлора и Владимир Чибель. Второе очко в этом матче. 6-4. Ну что ж, хорошо. Хорошо Володя себя уверенно чувствует на площадке. Молодец, ему нужно набирать вот этот опыт, вот эти весты. Нужно взрослеть. Дмитрий Козлов на подаче. Ботин принял. Так, эх, жалко. Слишком в сторону мяч уходит. Не удалось после смягчения его зацепить. 6-5. Восьмой номер там, по-моему, да? Александр Петров атаковал, если я не ошибаюсь. И атака ВАУ сейчас в исполнении Хильченко. На подаче капитан нижневартовской команды Андрей Титич. К сожалению, ваут. Не будет Юрий Мельничук брать повтор. Хотя было такое ощущение, что там пограничная такая ситуация. То ли аут, то ли эйс. Ну ладно, 7-6. И Петровс по второму кругу пошли у нас подающие. Так, Титич принял. Доигровка Крикуна. 8-6. Первый Титичный тайм-аут. Извините, не доигровка, конечно, атака Олега Крикуна. Ну, пока очень уверенно смотрится команда хозяев, но и гости не отстают. В общем, 2 очка – это, конечно, никакое не преимущество. Посмотрим, что будет дальше. Соседи по турнирной таблице, вартовчане и команда из Соснового Бора. 9-е мы. С 4 победами и на 11-м месте наши сегодняшние гости. У них 3 победы в активе. Вот, в общем-то, и находимся мы, собственно, в 3 очках. У Динамо 9 очков, у Югры Самотлора 12. Ну, все мы знаем, да, что очень... впечатляющий старт, когда 4 победы удалось удержать, и только Уралу мы проиграли в 3-м туре, по-моему, да, или в 4-м. И вот потом, к сожалению, серия игр с лидерами, и в 6 играх всего 1 очко удалось набрать в матче с Белогорьем, причем на выезде. Но, правда, нужно сказать, что во всех этих матчах мы ни разу 3-0 не проиграли. Всегда боролись, всегда брали у соперника партии. Владимир Чивель подает. 8-6. Зеленков справляется с его подачей. Петров. И в такой неочевидной ситуации Александр Петров добывает очко, сам идет на подачу. Было там время у вартовчан поставить блок, но не синхронно не выпрыгнули. Ладно, хорошо, поехали дальше. 8-7. Титич. Козлов. Махортов. 9-7. Так, Зеленков. И нет, достанет тут сейчас Петровс. С трудом достает Крикун мяч. Титич. Здорово. Вот уже 3-очковое преимущество. После удачной подачи Олега Крикуна, с которой с трудом, но справились наши гости. Так, сейчас сетка была на подаче. И от блока мяч в аут уходит Каташева. 10-8. Пока
пока не доставляют сюрпризов на подаче наши гости в игре Самотвору. Посмотрим, что будет дальше. Это Павел Захаров. Тоже не минул он сетки. Ну, хорошо. Андрей Титич. Снова наш мяч, будет доигровка. Снова Андрей. И сейчас здорово. 12-8. Тайм-аут сейчас берет Олег Согрин. Не нравится ему, наверное, как действует его команда. Ну, в применении к Динамо, да, наверное, можно сказать, что опытнее же уже наставник. С 2009 года Олег Согрин руководит командой. В общем, было это на второй сезон игры Динамо в высшей лиге А. Уже можно, наверное, сказать, что путь соли с этой командой съел. Возвращается команда на площадку. Но Олег и как игрок запомнился. Центральным блокирующим и диагональным он играл. Ну, достаточно посмотреть на рост этого тренера. Гигант. Павел Захаров. Вот второй раз у него не получается серия. Второй подачи в аут. Он выигрывал золото чемпионата России дважды. И был призером Лиги Чемпионов в 2003-2004 году. Это Олеги Согрине. У нас, между тем, продолжается матч. Много где успел поиграть. Крикун здорово в защите играет наши соперники. Но доигровку у Самотлора. Титич. Неудобно было атаковать. Просто перекинул мяч. И блок наконец-то сыграл. Ну, слава богу. Ботин. Подстраховать. Здорово. Так, и кто завершит? Захаров. Ну, тут просто было Тюрину сыграть. Смягчили. Эх, ну молодцы, молодцы какие, а! Жаль, атаки не будет, но ничего. И Ботин вау без касания. 13-9. Ну, ребята, я вам скажу, атака так атака. И как здорово обе команды в защите-то сыграли. И все-таки удача была на стороне Самотлора. 13-9 счет. Так, и вновь здорово в защите. И доигровка. Титич. Есть! 14-9. Нам сложно вернуться все-таки то, что мы не забили в концовках предыдущего матча. Столько там шансов было. Динамо это предыдущий матч, кстати, свой выиграла у нефтяника. Тоже нашего общего соперника. Было касание? Нет, не было. 15-9. Не помог тайм-аут Олегу Согрину. Смотрим, что дальше будет. Ну вот сейчас снялись наконец подачи Макортова. 15-10. И Антон Ботин будет подавать. 14 номер, капитан и лидер Ленинградского Динамо из Ленинградской области. Так, Титич там поднимает мяч. И Захаров. 15-10, второй технический тайм-аут. Ну что ж, пока все очень неплохо складывается для игры Самотлора в этой первой партии. Не нужно сейчас охлаждать пыло. Не нужно самим себе преподносить неприятные сюрпризы. Нужно просто довести ее до победы. И потом уже основательно готовиться. Ну ладно, давайте пока об этом не будем. Рано еще, рано, конечно, рано. Мы, в общем-то, и первую партию у Кузбасса достаточно уверенно выиграли, а потом начались сюрпризы. Завершится сейчас у нас технический тайм-аут. Команда уже готова выйти на поле, на площадку. Без замен пока
играют обе дружины. Дмитрий Козлов будет подавать. Вроде бы просто, но как усложнил-то. И не попадает Тюрин, 17-10. Вроде такая мягкая набросочка, но заблуждение ввела она соперника. Ну, сейчас Петров без вариантов. 17-11. Прошла хорошая атака сейчас у «Динамо». Нечасто в последнее время удавались атаки такие команды. Хильченко на подаче. Самый высокий он у соперника, 206 сантиметров. Сейчас Крикуна перевесели. 17-12. Ну, чуть-чуть подтянули сейчас соперники. Ну, только разве чуть-чуть. Нужно сейчас разобраться. Ну, Хильченко нам сейчас самим жизнь облегчил. На подаче Андрей Тютич. Пару раз уже неплохо он подал в этой партии. Посмотрим, что сейчас. Хорошо, Петров принимает. И Чивель Петровса перевесел. Ну, естественно, с его ростом-то. Жалко. Не отзащищались. 18-13. Перевесил, но не продавил. И Денис Петровс, игрок сборной Латвии. Чемпион всех возможных прибалтийских стран, сейчас подает. Вау. Вообще, мне пояснили в пресс-службе команды из Ленинградской области, что, в общем-то, он русский, и фамилия у него вот сейчас. А, сейчас Александр Петров набирает очко. Два, собственно, Петровых в составе у команды из Ленинградской области. Оба они русские. Вот Денис, собственно, тоже Петров, но гражданство у него латвийское. И в Латвии там он Петровс. Ну и, в общем-то, как бы, чтобы не путать двух Петровых, у одного на площадке Петров написано, у другого... Петровс. У нас тем временем счет 20-14. Ну, мы давайте тоже, наверное, чтобы не путаться, так и будем их называть. Александра Петровым, 8 номера, а 11 номера Петровсом. Ну, в общем, давайте так договоримся, да? Крикун подавал у нас. А сейчас отличный пай под Петрова. 20-15. Сейчас еще один легионер «Динамо», Максим Морозов, игрок сборной Белоруссии, подает. И вновь удачно Олег Крикун атакует. Ну, в общем и целом, знаете, Олег Крикун хорошо провел матч с Кузбассом. Он там по результативности всего лишь на чуть-чуть отстал от Полетаева, который стал, пожалуй, лучшим в составе Кузбасса. Но там ему соперник больше неразрешимых задач ставил, чем пока это делает «Динамо». Ну, тут, в общем-то, все очевидно. Класс команд, конечно, разный. А это эйс от Тюрина, если я не ошибаюсь. Да. Так. Секунду. Да, эйс. И Юрий Мельничук тайм-аут берет. А почему тайм-аут? Я вообще думал, он хочет взять просмотр, чтобы понять, была там подача или нет. Ну, в общем-то, как бы есть запас тайм-аутов. Партия близится к концу, надо думать. И чуть-чуть сейчас
успокоить команду. Юрий Владимирович, наверное, хочет. Ну, собственно, эти 30 секунд и истекли. Игорь Тюрин сам выходит на подачу. Платонов. Тидич. 22-17. Ботин принял. Не попал по мячу там Петров, по-моему, или Хильченко. И Крикун. Зеленкова. Ну, поднимут мяч. Ботин. Крикун вновь. Зеленков принимает. И Петров смахивает, но по переходе... А, касание сетки, да? Касание сетки, по-моему, показал судья. Николай Гнездилов у нас выходит вместо Дмитрия Козлова. Это сейчас, в общем, номинальный диагональный место связующего на усиление блока. И Олег Согрин берет тайм-аут. Ну, давайте тогда договорим уже наставники наших сегодняшних соперников. И за сборную России он поиграл 14 матчей в 93-м году. Бронза чемпионата Европы и... серебро мировой лиги на счету этого наставника. Ну и за рубежом во Франции, Италии, Греции выступал он. Вот теперь тренирует команду Соснового Бора. Возвращается команда на площадку. 23-17. Колоссальное, можно сказать, преимущество у бортовчан. Махортов подает. Вот еще раз Петров попытался скинуть, сейчас удачно. Так, Козлов вышел. Ковалев вместо Петровса у «Динамо». Ковалев за «Самокор» выступал в 2014 году, в том памятном сезоне, когда... вернулись мы в Суперлигу. А вот сейчас Козлов тот же трюк. Ну, поднимают с пола соперники. Но атаковал кто там? Ботин. Трос попал. 24-18. Так, Ковалев уходит. Петров возвращается. И Козлов на подаче. Так, Зеленков. Петров. «24-19». На подаче сейчас будет Хильченко. Ну и неплохо было бы уже сейчас закончить эту партию. Негоже утомляться. Ибо скамейка запасных у нас неглубокая. Вот сейчас на блоке хорошо играют наши соперники. 24-20. Тайм-аут последний использует Юрий Мельничук. Ну, потом останется уже только игра. Да, видеопросмотры сегодня пока никто не брал. Ну, хотя были такие любопытные случаи, когда можно было бы использовать. Ну, наша игра сегодня вторая в игровом дне. Вполне вероятно, что уже закончился матч в Сургуте. Сейчас будет перерыв, посмотрим, как там дела. Тайм-аут закончен. Хильченко будет подавать у «Динамо».
Ну и Самотлор в приеме. Из Енисея Хильченко пришел перед этим сезоном в команду из Ленинградской области. Вообще там такое существенное пополнение произошло. Ну понятно, что команда вышла в Суперлигу, нужно было усиление. Так, Платонов принял. Козлов, Титич. Ну вот, в общем, и все. На этом первая партия заканчивается. 25-20, 1-0. Самотлор повел. Давайте немножко отдохнем. Ну что ж, начинается у нас вторая партия матча Самотлор-Динамо Ленинградской области. Он проходит в рамках 12-го тура розыгрыша Российской Суперлиги. Вторая партия. В первой хозяева выиграли достаточно уверенно 25-20. И вот сейчас у нас вторая партия. На подаче на этот раз будет игра Самотлор. Андрей Титич уже стоит с мячом, готовый подать. Смотрим составы. Вроде бы без изменений. Все те же шестерки, что и начинали матч. Так, аут, но с касанием блокирующих. Поэтому Динамо Ленинградская область получает в этой партии первое очко. Ведет 1-0. Петров с нападачей, связующий. Хотел сказать, прибалтийской динамовской команды. Так, Титич принимает. Захаров без вариантов. 1-1. Молодец, Павел. Володя Чивель сейчас будет. Чивель сейчас будет подавать. Хорошо в защите сыграл Титич сейчас. Пасовал Чивель. Эх, ошибся в атаке сейчас Крикун. 1-2. Вы это дело, ребята, бросьте. Вновь не
Добили мяч до пола, но доигровка будет. Захаров попал, попал, молодец. Вот Паша здорово летает. Просмотр сейчас Согрин попросил. Ну там, по-моему, была площадка. Наряду с Олегом Крикуном лучше по результативности в прошлом матче у нас был Павел Захаров. 22 очка, по-моему, было у Крикуна, 21 Полетаев набрал. Нет, площадка действительно, что сейчас и подтверждает судья. И 20 очков, по-моему, было у Захарова. И сейчас Махортов поненочку Петрову закрывает. Хорошо. И, к сожалению, Вячеслав, наверное, предыдущий матч тоже себе в актив записать не может. Поэтому... Сегодня рвет и мечет пока что. Олег Крикун, к сожалению, в сетку. 3-3. Александр, ох, как сейчас трудно принимал Платонов-то. И переходящий мяч атаковали сейчас игроки игры Самотлора. 3-4. Александр Петров в сезоне 11-12 годов в высшей лиге играл в составе игры Самотлора. Вот, в общем-то, два игрока, которые выступали за нашу команду. Сейчас, кстати, более сложную подачу стали подавать наши соперники. И два раза были трудности в приеме. Сейчас на подаче Павел Захаров. Сетка опять, но перелетает мяч на сторону соперника. И Титич закрывает Тюрина. Игорь Тюрин очень много неприятностей доставил игре Самотлора здесь. В прошлом году, в стартовом матче, когда играли мы с Факелом. До поры до времени получалось у нас бороться тогда с... Паша, вторая подача опять неудачная. Ну что такое? До поры до времени получалось у нас бороться с... Так, вместо Тюрина Ковалев сейчас на площадке появляется. На позиции диагонального. Ну вот тогда в том матче вышел Игорь Тюрин на площадку, и игра у Самотлора испортилась. Уступили мы в той игре, хотя были близки к победе. То Крикун. Тройной блок, но не справляет его с Олегом. 6-5. Здорово. Такое ощущение было, что мяч застыл в воздухе. Куда он полетит, на кого, кто будет атаковать. В итоге Крикун на него вышел. Махортов подает. Так, Ботин принял там. И Ботин же сам атакует. Хорошо смягчили. Будет у нас атака. Крикун. Здорово, Олег. Не справляется Зеленков. 7-5. Оторвались. Снова тут поставил задачу. Ботин отведенный мяч атаковал. 8-5. Первый технический тайм-аут. Большие изменения, конечно, в команде из Ленинградской области произошли в межсезонье. Вот Тисевич, который пока сегодня не играет, пришел в команду. Игорь Тюрин из Факела. А из Белогорья Красиков, но он тоже сейчас травмирован, не играет. Хильченко из Енисея, я уже говорил, из белорусского строителя. Максим Морозов и из Краснодара Либера Зеленков. Но из тех, кто ушли, в общем-то, повышение в классе, можно сказать, случилось у Бескровных. Он в «Газпроме» и «Югре» сейчас играет. И у Драгунова, который в Белогорье. «Газпром» «Югра», кстати, выиграл третью партию у Кузбасса. Сейчас в данный момент идет четвертая, забыл вам сказать, в начале партии.
Ну и вот этот состав новой команды из Ленинградской области сейчас решает задачи. Сохранение прописки в Суперлиге, а может быть даже борьбы за зону плей-офф. Для этого, напомню, достаточно занять место не ниже 10-го. Непонятно, куда сейчас открывал Ковалев. Уходит вместо него Ткачев на блок. Ну, в смысле, на позицию центрального блокирующего, замена по позиции. Сейчас Чивель, Козлов ставили блок. К сожалению, в аут мяч ушел от блокирующих. Ну, ладно. Команда «Динамо» замена. Так, и вот как раз Тисевич сейчас появляется вместо Петровса на связку. Из Ярославича он перешел в межсезонье. Чемпион мира и чемпион Европы среди молодежных команд этот игрок. Понаблюдаем сейчас, как он будет пасовать. Ну а пока ахты спасают же. Без атаки, правда, доигровочка у нас. Чивель, ну, с его-то ростом, Володя. Ну что ж так не уверенно-то? Атакует Титич. Это наш мяч, 11-6. Игорь Тисевич, связующий, 95-го первого года рождения. То есть 25 лет ему получается. 192, совсем невысокий. В общем, наш Козлов, который сейчас неудачно подал, тоже 194. Александр Ткачев, ваут, Лаверды, 12-7. И Андрей Титич, капитан нижневартовской команды, на подаче. Мощнейшая подача принимает Петров. И высокий мяч первым темпом Морозов. 12-8. Ну, сейчас хорошая атака удалась сопернику. Быстрый пас. Четкий прием, быстрый пас. И Морозов добывает 8-е очко для «Динамо». Вот сейчас как раз Тисевич на подаче. Так, Паша Захаров принимает. Козлов, Крикун. И от рук блокирующих фаут. Так, 13-8. Принимает подачу Чивеля. Петров. Эх, не достанет Махортов. Жалко. Чуть не сбил сейчас там второго тренера «Динамо» Олега Шатунова. Тоже известного в прошлом волейболиста. Игрока сборной Советского Союза, сборной СНГ, сборной России. Будет время, чуть попозже поговорим о его достижениях. А это Павел Захаров. Болельщики волейбола с Нижневартовска помнят Филиппа Шатунова, который с университетом в прошлом году выиграл молодежную лигу. Вот это сын Олега Александровича Шатунова. Крикун на подаче. Петров принимает. Ботин. 14-10. Но вот с выходом Тисевича появилась какая-то интересная вариативность на пасе у «Динамо». Но... отрыв 4-5 очков, вот он держится. Морозов на подаче.
Платонов, Козлов. Захаров мягко там страхует. Тисевич. Ну вот так, спасли мяч. Хорошо, просто там настолько было очевидно, что Тисевич там, по-моему, будет скидывать. И чуть-чуть до пола мяч не долетел в итоге. Длительный розыгрыш у нас сейчас. Тидич! От души сейчас Андрея приложился. 15-10. Хорошо, ребята. Летим пока высоко. Мощнейшая подача Захарова. Бутин принимает. Сейчас Тисевич на Ковалева. И Ковалев забивает. 15-11. И сам же на подачу идет Александр. Так, Платонов принял. Крикон. Ух, Олег, Олег. Сейчас как-то вот, что называется, не в тему промахнулся он. Ладно, сейчас нужно принять просто хорошо нам. Так, вновь Платонов принимает. Козлов. Ну хорошо, хорошо, что вот этот его финт удался. Технический тайм-аут. Давайте уже все-таки мы поговорим поподробнее, наверное, об одном из самых титулованных участников нынешнего матча, а пожалуй, самого титулованного. Вот он сейчас стоит на вышке в черной форме. Андрей Зинович, судья. Я вам уже сказал, что на двух последних Олимпийских играх он судил финалы. В 2010 году Бразилия-США, это был финал женского турнира. И в 2014 Бразилия-Италия. Увы, ах, нашей сборной там не было. Это финал мужской. Ну, в общем-то, если бы как бы мы попали в этот финал, то не было бы там, понятно, Андрея Зиновича. Ну а помимо того, да, это, конечно, единственный случай, когда наш российский арбитр судил финал Олимпиады. Ну и кроме олимпийских турниров, а он работал на трех Олимпиадах, он осудил 4 Кубка мира, 5 чемпионатов мира и 10 чемпионатов Европы. Вот такой судья сегодня работает у нас в Нижневартовске. Ну а мы возвращаемся на площадку. 16-12 во второй партии ведет Югра Самотлов. И Самотлор Вячеслав Махортов на подаче. Так, начали не справляться с Ковалевым. Сейчас, наверное... Нужно что-то нашему тренерскому штабу будет думать. Валерий Песковский сегодня ассистирует... Второй матч уже подряд Юрию Мельничуку вместо Эдуарда Мермана. Вот сейчас Крикун хорошо проходит. Молодец. Честно сказать, вот мне вот эта пара Тисевич и Ковалев пока больше нравится, чем пара Петровс-Тюрин. Хотя, в общем-то, Ковалев там в первой атаке своей что-то смешное придумал. Но сейчас вот несколько его атак прошло. А это Титич. 18-13. Так все хорошо, что даже страшно, ей-богу. Блок Титич-Чивель. И Титич есть! 19-13, вновь плюс 6 имеем ближе к концовке. И тайм-аут сейчас берет Олег Согрин. Вот вроде бы как бы с выходом новой пары связующей и диагональной как-то повеселее начинает смотреться игра Динамо-Ленобласти. Какие-то интересные атаки бывают проходят, но на результате это никак не сказывается. Разница в счете, в общем-то, такая 5-6 очков, она остается. В 2004 году на волейбольной карте России появилась эта команда. Три сезона провела она в первой лиге. Потом один сезон всего в высшей лиге Б. Это сезон 7-8. И потом
долгое время играла в высшей лиге А. Володя Чивель! 20-13! А сам-то как рад, а? Здорово, здорово. Молодец, Владимир, молодец. Еще один тайм-аут. Все-таки были, знаете, определенные волнения после того, как не очень удачно сыграли мы с Кузбассом, после того, как травмировался там у нас Сергей Рохин. И так все очень непросто у нас с составом. Александр Буц, основной диагональный, уже давно не может играть. Владимир Клепнев выбыл. Вот Сергей Рохин получил травму. Но пока Владимир Чивель сегодня играет так, что нет к нему вопросов. И очки приносит, и на блоке вот сейчас здорово сыграл. Так, Тисевич уходит, возвращается Петровс. А у нас Дмитрий Козлов на подаче. 20-13. Более чем уверенное преимущество во второй партии. Зеленков. И Ткачев сейчас высокий мяч играет. 20-14. Сейчас кто ошибется меньше, называется. Так, хорошо. Ну, сейчас довести нужно атаку. Тичич пасовал на Крикуна. Вновь мяч у нас. Козлов. Еще раз Тичич. Да что ж такое-то, Андрей, а? Розыгрыш ошибок. 20-15. Ну, ладно, спишем это на недоразумение. Причем тут обе команды начудили. Ладно. Продолжает Ткачев подавать. Было 20-13, сейчас 20-15. Ошибается игрок команды «Динамо». После атаки Олега Крикуна. И Владимир Чивель подает. Петров принял. Петровс, Петров. Не разобрались сейчас тут наши, куда полетел мяч. В принципе, можно было его спасти. Но тут такая комбинация. Петров, Петровс, Петров. Приносит сейчас успех «Динамо». И Александр Петров подает. Аут. 23-17. Хорошо, что есть у нас сейчас задел для таких ошибок. Я думаю, что Олег Крикун это учитывал при подаче. 23-18. И аут уже у Мороза. 24-18. 6 сетболов у нас сейчас будет. Так. Сделав на усиление блока.
еще один аут теперь у Павла Захарова. 24-15. Обратная замена. Платонов. Титич не подстроился, жалко, а? Ладно. Ну, не согласовали тут действия Титич и Козлов. Сейчас это не обсуждают этот момент. Без всяких претензий, просто как бы корректируют. Юрий Мельничук берет тайм-аут. У них в целом, по-моему, два. И вот, возвращаясь, да, к пути команды «Динамо», 8 сезонов они играли в высшей лиге, 2 раза занимали второе место. В сезоне 14-15 заняли, они сделали это последний раз, но тогда в переходном турнире, помните, когда игрался переходной турнир за выход в Суперлигу, они заняли 4 место. И задача выхода в класс сильнейших была решена уже в следующем сезоне, 2015-2016. Первое место уверенно на 13 очков они обошли своих преследователей. Вот теперь играют в классе сильнейших. Причем сразу же произвели фурор в первом же туре, обыграв Енисей 3-2. Ну а следующей победы пришлось ждать до 8-го тура. И вот сейчас Титич ставит точку. Повторяется счет у нас первой партии 25-20. Ну и давайте посмотрим, что будет в партии третьей. Ну что ж, а у нас сейчас стартует третья партия матча «Югра-Самотлор-Динамо-Ленинградская область». Пока 2-0 по партиям
ведет Югра Самотлор. 25-20, 25-20. Одинаковым счетом закончились первый и второй сеты. Ну и пока игра складывается, в общем-то, так, что... Ну, при всем нашем уважении к сопернику, наверное, неплохо бы было ее закончить в трех партиях, не расслабляться. Александр Петров сейчас готовится подавать. Без изменений Самотлор. Владимир Чивель первое очко приносит команде в этой партии. А у Динамо связующим Петров сыграет. В диагонали остался Ковалев. Тюрин, похоже, сел до конца матча. Сейчас, к сожалению, аут. 1-1. В Сургуте в Кемерово матч закончился. Проиграл Газпром Югра 3-1. И, в общем-то, если сегодня Югра Самотлор выигрывает из трех очков, то догоняем мы Сургут по очкам, а по победам превосходим. Не очень сейчас Платонов удачно принял. Доигровка у наших соперников. Вновь смягчают блоком. Сейчас очко у Динамо. Вообще как-то все, ну, более-менее как бы объяснимо логично в турнирной таблице. На 9-м месте сейчас Югра Самотлор. Мы находимся ниже, в общем-то, всех тех, кому проиграли, ну, кроме сургутской команды. Так, перестали добивать до пола. Но сейчас блок Крикуна и Нахортова хорошо играет. 2-2. Здесь страхуем. Но доигровка сейчас у Динамо. Так. 2 очка в этом матче. Что-то я не помню, чтобы наши соперники вели. Жалко, что от блока вау, то что хорошо поставили блок, но... Напомню, что 3 победы пока на счету у наших соперников. Уже я сказал, что Енисей обыграли в первом туре, так они победили Нефтяник и Краснодар. И, в общем-то, собственно, выше всех этих команд они в таблице сейчас и находятся. О, сейчас хорошо пора Захаров. 3-5. Извините, 4-5. И на подаче Махортов. Ну что ж, несколько раз он сегодня уже хорошо подавал. Сейчас нужно усилиться вновь там. На подаче. Не туда, куда нам хотелось бы от блока мяч ушел сейчас. Команде «Динамо» замена на стойке номер 20 Максима Морозова, на площадку мужского игрока номер 15 Алексей Плужников. Алексей Плужников, еще один молодежный чемпион мира и Европы.
выходит Леска Морозова. Счет 6-4 в третьей партии в пользу Динамо. Так, Захаров. Китич. Платонов. Зибячев, Кирченко снял с подачи. У нас Дмитрий Козлов будет подавать. Чей тайм-аут? Непонятно. Ничей, играем. Блок наш хорошо накрыл Петрлова. Так, в защите здорово. Ну, ребята, сравняют. Здорово, Андрей Китич, 7-7. Ну вот и ликвидировали мы этот трехочковый отрыв. Продолжаем в том же духе. Первый случай в матче, когда на технический тайм-аут уходим мы с преимуществом Динамо из Ленинградской области. Там не такое криминальное преимущество, одно очко. В общем, у Самотвора всякий раз бывал перевес минимум в 2 очка. Но это ни о чем не говорит. Я сейчас посмотрел заявку Динамо. У них на площадке пока не появлялся, похоже, только Максим Пурин, 13 номер, доигровщик. Ну а Юрий Мельничук играет почти одним... одной шестеркой, ну, не считая лидера, да, и Николай Гнездилов выходил 2 раза на замену. Петров сейчас на подачу. Динамо был. Сетку подал Андрей Китич. Неимоверно мощная и неточная подача. Кстати, в составе Динамо выступал еще один игрок, который доставил много приятных моментов нижневартовским болельщикам. Здорово играл за нашу команду. Ух ты, Крикуна как здорово закрыли. Опять начинаем отставать. Это Валентин Кротков. 4 сезона выступал за эту команду, 171 матч провел. Один из лучших по статистике на игре, в игре на приеме. И в 2011 году в составе Динамо, выступая за Динамо, он выиграл молодежный чемпионат мира со сборной России. Опять сделали ему какие-то непонятные, невнятные 3 очка отставания. Ну, потом 2 сезона Валентин Кротков играл в Нижневартовске. Правда, сменил он позицию либера. Был приглашен в сборную России уже в первую.
Казанский «Зенит». Еще есть прием, мы ошибаемся. Это провальчик такой небольшой. Тайм-аут. Потому что пошли какие-то непонятные, невнятные ошибочки. Оказывается сейчас, что было касание рук блокирующих. Но это очень удивляет сейчас вартовчан. Ну, касание блока не просмотреть на повторе. Ну, вернулось нам это очко без борьбы сейчас. Сейчас не особо ты рискнешь. Силовую подачу я имею в виду. Не успеваем ставить блок. И Ковалев, который неплохо подавал в начале третьей партии. Павла Захарова закрыли. Да, определенно это не очень удачная партия. Попробую ее сейчас спасти. Конечно, минус отсутствия Рохина, что нет у нас его хорошей подачи. 16-1. У Захарова что-то летит сегодня нестабильно. Пять очков преимущества сейчас у нашего соперника, и придется изрядно постараться, чтобы выбрать это преимущество. Где тут найти усиление? Не просто одной шестеркой Юрий Мельничук играет. Сейчас будет подавать.
Антонов, Титич, Захаров. В общем-то, это инициатива упущенная в самом начале партии. И не удается нам пока ее себе вернуть. Вот сейчас Крикун хорошо проходит. Вот 12-17 счет. 5 очков преимущества. Ничего пока не получается. Команда «Динамо» стоит на площадке концерта номер 20 по всей морозу. Морозов вернулся на площадку «Динамо». Счет держится вот этот пятиочковый гандикап. Андрей Титич на подаче. И не подает, к сожалению, рисковал. Очевидно, это вариант с усилением приема сейчас. Павел Захаров ошибается в атаке. Это не очень приличное уже преимущество становится у «Динамо» в этой партии. Так, и вместо Козлова Синица на связку. Пошли замены. Дает игровую практику Юрий Мельничук игрокам, очевидно понимая, что эту партию уже вряд ли спасти можно будет. Чивель подает. Хорошо. Но играет неплохо соперник даже в защите тоже. Будет иметь шанс в доигровке. И, в общем-то, реализует его. Фух. Thank you.
Я не буду комментировать этот момент. Попов сейчас выйдет вместо Захарова. Третью партию, к сожалению, вчистую проиграли. Ничего не предвещало такого расклада. Давайте будем надеяться, что этого больше не повторится. У нас начинается четвертая партия матча, игра «Самотлор» «Динамо» Ленинградская область. Такая какая-то она неожиданная, если анализировать игру команд в первых двух партиях. Достаточно уверенно 25-20, 25-20 выиграли их хозяева. А вот в четвертой партии совершенно неожиданно уступили 25-15. Ну, не пошла там игра. В конце партии Юрий Мельничук стал выпускать резервистов. Сейчас он вернул стартовую шестерку. Давайте забудем об этой партии. Будем смотреть четвертую, в надежде, что она тоже точно станет последней в этом матче. Thank you.
дает. Захаров. Крикун. Ну, как блок здорово сыграл, а? Крикун подает в игру Самотора. Пока во всех трех предыдущих партиях тот, кто захватывал инициативу в самом начале, тот, в общем-то, потом и выигрывал. Да, в третьей там игра Самотор догнала в конце, после первого тайм-аута технического. Партию так и не смогла. Ну, вот сейчас повели 3-2. Жалко, ваут Олег подает. 3-3. И Ковалев. Диагональный Динамо на подаче. Китич. Не пришлось просто перебивать. Хорошо в защите. Китич. Олег Крикун. Ну, если мы сами будем ошибаться, кто же нам будет дарить очки? Ладно, проехали, забыли. Играем дальше. Хорошо, что соперник сейчас подал ваут. Побольше уверенности и куража тех, которые у нас были в первых партиях. Хорошо, Захаров. Не успеваем закрывать заднюю линию. Антон Ботин. Еще Махортов. Ну, неудобно ему было подстраиваться сейчас. Как-то складываться, не вывернулся он, чтобы попасть. И вновь начинаем отпускать соперника. Сейчас аут Ботин. 5-6. Махортов подает. Сейчас хорошо доиграть. Титич есть! Отлегло. 6-6. Игорь Мельничук сейчас кому-то. Володя Чивилю, по-моему, так эмоционально что-то объясняет. 6-6. Козлов, авч. Выше сетки Козлов, что ли, сыграл? Или коснулся сетки? Владимир Хильченко подает. Захаров. Козлов. Титич. Крикун будет атаковать. Доигровка у Динамо. И хорошо тройной блок играет. Молодцы. Вот такие, такие атаки, такие розыгрыши, такие решения не очень важны. Сейчас собрались, стали причем к плечу. Прыгнули.
Закрыли. Здорово, молодцы. Могли бы сейчас упустить все дело. Двухочковое отставание и тайм-аут технический. Хорошо в защите. Локтем Грекун отправляет. И да! Да! Вот так! Вот так! Молодцы, молодцы! Нужно погрызать эти мячи. Да, сначала все было просто, а потом-то как непросто все стало. Вот так нужно бороться, нужно играть за каждый мяч. Команда на площадку. Дмитрий Козлов на подаче. 8-7. Ведем в четвертой партии. Просит Юрий Мельничук, что он там просмотреть хочет, не очень понятно. Там судя что-то смотрит. Нет, не удовлетворил запрос. 9-9 счет становится. Платонов. Крикун очень небольшой сектор ему для атаки тут оставался. На блоке, к сожалению. Проигрываем матч по 9-10. Александр Петров подает. Пять Крикун не добивает до пола. Слава богу, что Платонов не достал этот мяч. Все на тоненького пока очень. Нервная партия. Владимир Чивин подает.
Ну что ж такое-то, а? Ну где же она, игра-то так? Возвращается команда на площадку. Максим Морозов будет подавать сейчас у «Динамо». Непростую опять ситуацию мы себя поставили. Вот сейчас Захаров. Блок, здорово! Ай, извините, там аут был. Там мяч в аут ушел. Желаемое за действительное выдал. Ковалев идет подавать у «Динамо». Сейчас бы Паша Захарова на подаче не сплоховать. Так, там принимает Петров. Страховка. Эх, низкий мяч, а! И на стороне соперника уже. И блок мы не успеваем ставить. Так и держатся эти три очка. Такой мяч от блока в аут заходит. 13-15. Так, по кортам. Вот черед теперь чем-то нас радовать на подаче. Хильченко пользуется преимуществом в росте. Ничего не сделаешь. 13-16. Две легко выигранные первые две партии. Вот такой казус третий и четвертый случается пока что. Захаров. Титич. Хорошо. Так, Козлов подает. Ботин, Зеленков, Петров, блок. Эх, сюда с нашей стороны мяч упал. И Морозов без вариантов, без шансов.
вместо Матлора атакует высокий мяч. Если попадаем в яму, не можем из нее выбраться. И усугубляем. Наконец-то! Наконец-то! Эймайл сейчас, похоже, берет тренер Динамо. Возвращается команда на площадку, 16-18. В предыдущей подаче Андрей Тидич сделал эйс. Сейчас посмотрим, что ему удастся на этот раз. Конечно, будет, наверное, Андрей рисковать. Еще раз. Эх, сейчас вал, к сожалению. 16-19. Так, Трунин у нас сейчас вместо Тидича. Подачи. Зеленков принимает, но не очень уверенно. Ботин будет все равно рисковать. Вот молодец, рискует. И вот, вот результат этого риска. Смотрите, в тяжелейшей ситуации Динамо берет свое очко. И никуда мы не можем уйти от этого трехочкового разрыва. Крикун подает при счете 18-20. Неплохо, но будет хорошая атака. Ботин. Обескуражены сейчас, конечно, нижневартовские болельщики. Несколько. Очень уверенно играет Динамо.
ошибается, сейчас включится. Спешил, наверное, он все-таки. Ну, есть гандикап у Динамо, чтобы рисковать так. Решительного штурма позиции соперников, потому что иначе потом уже будет поздно. Что угодно с нами делают первые темпы соперника. И три сетбола сейчас будет у Динамо. Играли, но слишком далеко преимущество. Собственно, и все. Поздравляю вас, уважаемые болельщики. Пятую партию мы сегодня будем смотреть. Кто бы думал. Собственно, вот сейчас мы посмотрим с вами пятую партию матча Евроатлор Динамо Ленинградская область. Ну, чем это чревато, понятно, что минимум одно очко мы уже потеряли. И Газпром Югру мы не догоним даже в случае победы. Останемся на девятом месте. И, в общем, тут еще Нова как сыграет, которая имела с нами равное количество очков. Очень оживленный такой разговор сейчас на скамейке у Самотлора. В общем, практически повторилась история партии третьей, когда не сумели мы ликвидировать отрыв от соперника. В нашем зале поаплодируйте, пожалуйста.
понятно, конечно, что в пятой партии такое выставление такого гандикапа, оно смерти подобно, потому что там все, сами знаете, кончается, как только лидер набирает 15 очков. Вау, к сожалению, атакует сейчас Павел Захаров. Петров на подачу. Сетка 1-1. Блокирующий мяч в антенну улетает. И 2-1 уже ведет «Динамо». Сейчас Олег Крикун уверенно, надежно. Так бы и дальше. Захаров на подачу. Блок хорошо поставили, а стоп хороший получился. Продолжает Захаров подавать. Ботин. Аут, аут, аут. Ну как так? Ну, раз Юрий Мельничук не берет просмотр, значит, площадка была. Тут просто дальний конец площадки, не очень видно мне было. Ладно, 3-3. Чуть-чуть. Хильченко продавливает наш блок. 4-4. Это же несоответствие. Это фамилия и фактуры. И рост, и мощь. А фамилия Хильченко. Вау, Ботин подает. 5-4. Это может быть уже партия до ошибки. Сейчас Хильченко на подаче. 5-5. Платонов. Китич. Мощно, надежно. 6-5. Ну, как бы там ни было, после этой игры большая пауза в чемпионате, там связанная с проведением Кубка России. В следующий раз только 25 декабря мы увидимся с вами здесь, в зале международных встреч. Снова игра «Самотвор» будет играть. Мощная подача Китича в сетку. И сейчас Чивель! Здорово! Здорово! Заблокировали наконец Морозова. Хорошо, молодцы! Молодцы, и так держать! А «Динамо» поедет...
сургутской командой будет играть. Жалко, Тютич не смог в защите сыграть. 7-6. Петров на подаче. Так, Тютич. Козлов, Крикун. Касание сетки у Петрова, там, да, 8-6. Меняются команды сторонами. Потом продолжим партию. Небольшое преимущество у Югры-Самотлора. И это пока только половина дела. Владимир Чивель сейчас будет подавать. Зеленков, Ботин. Будет рисковать Петров. Титич. Козлов, Титич. От души 9-6. Ну что ж, давайте выдохнем хоть немножко. Таймаут сейчас вперед Олег Согрин. Вот те самые 3 очка, которые нам не давались в партиях предыдущих. Вот теперь мы эти 3 очка имеем. Площадку Володя Чивель на подаче, 9-6. Так, вновь к Зеленкову, но сейчас более удачный прием. Чуть-чуть сейчас не разобрались в защите, 9-7. Петров на подаче. Аут. Хорошо. Олег Крикун. Ну, можно рискнуть сейчас, наверное. Ботин уверен себе, очень уверенно атакует. 10-8. Так, кто на подаче сейчас будет у Динамо? Вместо Морозова Лужников. Усиление подачи. Тревожный момент такой. Так, ну в сетку попал, смягчило. Захаров принял, сам будет атаковать. И закрывает его там Ковалев. В такой ситуации уж больше рискнуть было, ей-богу. И не рискнул, и очко не набрал. Так, Титич принял. Почти выбитый прием, но будет сейчас Андрей сам атаковать. И где страховка-то, а? Где же эти 3 очка? Где мои 17 лет, а? Тайм-аут Мельничука. И сработал тайм-аут Согрина сейчас. Thank you.
Казалось бы, преимущество для пятой пятки существенное. Вот вытаскивает его Динамо. Сыграло вот это усиление подачи. И Крикуна чехлят. Фантастический розыгрыш. Ну, надо забить, Олег. Слава Богу. Выдохнул сейчас Андрей Кириша, улыбнулся. Из левого места Козлова на усиление блока выпускает. Захаров уходит на подачу. Максимально дольше на этой расстановке удержаться. Нет. К сожалению, нет. Команда за вопросами. Площадка вернулся к вам 12 Дмитрий Козлов. Не вернулся Козлов на площадку. Там по заходу было видно, что Крикуна закроют. Команда на площадку. 13-11 ведет на тайбрейке. Динамо. Китти сейчас приносит 12 очко Самотлору. Махортов на подаче. Но это едва ли не последний шанс в этом матче будет. Посмотрим. И два матчбола у Ботина.
Один отыгрывал. 13-14. Козлов на подаче. Так, доигровочка будет. Ребята, сейчас наверняка надо. 14-14. Еще раз блок, сейчас Крикун закрывал. И еще раз доигровка. Ох, как хорошо! Фу! Мы можем, что можем. Ну. Ну почему же вот надо до каких-то нервных ситуаций, каких-то нервных концовок доводить? Где вот этот тройной брок был? Все три партии, по сути дела, которые мы проиграли, а? Возвращаются команды на площадку. Пятнадцать-четырнадцать, и на матч уже подается мотор. Сейчас надо отстоять. Ну! Молодцы! Все, ошибается сейчас. Динамо и в этой удивительной, потрясающей нервной игре, где радости сменяются разочарованием, все же выигрывает Югра Самоклор, делает очень важный шаг. Ну и сейчас ребятам спасибо, что они не бросили бороться, что они выиграли этот матч. Спасибо динамовцам за эту интересную, захватывающую игру, которые они чуть не переломили. Там, оказывается, был... А, извините, пожалуйста, нет. Игра-то еще не закончена. Протест подавал Олег Согрин. Видеопросмотр. Оказывается, мяч был в площадке. 15-15. Продолжается игра. Триллер, иначе не назовешь, а Химченко подает. Титич сейчас пасует, Крикун. Вот уже на матчболу Динамо. Победа, Динамо Ленинградская область. До свидания, до новых встреч. Yeah.